все гораздо, что так близко. И, ну и в общем-то нормально. А там дурни кинулись гаражи строить, там, деньги. Ну, может, у меня деньги есть, не знаю. Вот, поэтому, как бы, я говорю, это сервис. Мне позвонил заказчик, я тебе хочу денег дать, да? А я говорю, я сплю, иди на я выходной. Ну, да. И что? Ну, понятно, что это они говорят, Игорь, так, вписывается. А тут же желающих тысяча. Поэтому пока мы это, наоборот, работаем. Да, ты у нас больше заинтересован, чем мы в тебе. Поэтому ты не удивляйся, что вот такое отношение и все. Ну, философское объяснение. А там Валера, вот, который сейчас директор вместо того, он работал со мной инженером по ремонту этих, я его знал, как тебе сказать, этих, бегал я, репортеров венгерских. Такой репортер, знаешь, такой еще большие такие ящики, длинный журавль такой записывать. Вот он чинил, инженером был. Так я его знакомый, понимаешь? Так он говорит, вот, говорит, я тоже размышлял, почему вот, значит, тут какие-то актеры там требуют написать, значит, распорядок, что я имею право трудящийся на обед, на ужин, на завтрак, блядь, на... Сплошные эти самые патриотические. Да, да. Так вот, знаете, я сейчас как раз вот от них, ну, не буду ж дома это, то я сближаю до этих таблоидов, где. Так, сейчас. Не губите первого света. Ну это да. Это что значит? Это что-то, ну это штраф там, это что-то другое. Это, ну, бережить отчизну, то есть, ну не политическое. Да, но сейчас же приближается 9 мая, поэтому все больше появляется, да, транспарантов и флаги, везде флаги. А вот это что, это баскетболисты? Это же белорусские где-то? Лёня, это жалкие остатки рекламы, а это все социальная реклама. Есть... Не, ну мне, ну это тоже кому-то интересно, в принципе, мало ли. Как я в Керчи снял, и только пожалел, что мало. Есть такая, была реклама, значит, этот Ким, ну, этот корейский, бомба, так запаленная, и, говорю, и там написано, Ким Чен Ын или как он, ну, ты знаешь, да, этот? Северокорейский. Да, он говорит, наш мост как бомба, что-то в таком духе. И имеется в виду, что это реклама моста вот этого между Керчью и Таманью. Ну и Ким Чен Ына тут, или как его там. Ким Ир Сена. Я придумал такой маршрут, что учитывая все. У меня в голове компьютер, я, как говорится, еду по пути, а сейчас обсуждаю. А ты не пользуешься, да, этим? Ну, в телефоне есть, я пользуюсь иногда. Ну ты Минск хорошо знаешь, тебе да, это, знаешь, да. Это. Ну, ты знаешь, что в новых районах, если нужно найти, мне проще его включить, и да, все. И он тебе маршрут покажет. Ленька, ну одно но. Ну. Тут еще приставка нужна поставить. Я включаю звуковой. А у вас... Поверните налево, поверните направо. Пытайтесь мне сюда надо приехать. Но поэтому в Минске нормально. Нормально. В чужом городе, бляха. Я помню по навигатору в Вильнюсе, бля. Понимаю. А там потому что я-то там его, как облупленного знал, я помню, первый раз в Вильнюсе. А там подостроили всего, кроме этих акрополисов. Ну, для тогда усиленно ездили на закупы наши в Вильнюс, да, так это, бля, там такие развязки, такие эти, что не узнать. Я говорю, здесь уже должна быть башня Гедемина. Бля, да, только нужно так вот, бля, прокрутиться, ёбаную матку. Вот, то есть как-то...
Я ж помню, как, ну, сколько лет, так 10-15 назад, так литвины толпами бегали по магазинам в Варшаве. Ну, а сейчас уже их и не видно. Ну, сейчас я не смотрел, но вряд ли они уже ездят. Я помню, как в 90-е тут поляки все у нас раскопали. Ну, поляки, да, в свое время. Ну, вот были такие, да, времена. У меня в том же вот этом, в Володарской пластинке, где ты спрашивал, да? Да. Передо мной поляк забрал последний четырехпластиночный этот, Битлз. Был. Я говорю, ах ты, дабл человек. Или четырех? Четырех. Я говорю, ах ты, блин, я тут белорус. Но потом я в другом месте закупил. Я когда-то дабл купил, или четыре пластинки, я так и помню, оставил их. Ну нет, ну это был... Ну, конец 80-х. Да, да. Не, уже в этих продавалось. То есть это... 90-х? Да, 90-х. То есть это уже, ну не мелодия, но какой-то там вот этот, суетились тоже. Соцстрана. Да, да, это была не мелодия, это была какая-то соцстрана, не помню. Да, да, я говорю. Или болгарские, или венгерские, ну, типа, что-то да, такое. Да, да, вот. Поэтому вдруг бросили, а раньше ты выпил. Сам сказал. Ну видишь, раньше так легко быть счастливым, тебя вбросят дисбиз. А, ты идешь, блин, стираешься от счастья. Блин. Не говори. Ну, ты чувствуешь, что ты все, ты, мол, это, крутой, продвинутый. А я Pink Floyd купил, помню. На нем малой вырос, он каждый день пилил по три раза. Uh-huh. Он сейчас у меня все это. Ну, я, конечно, музыкальный, я по классу гитары у Левиса закончил. Вот, то есть в школу, по классу гитары. Ну, потом что-то он забросил. Ну, это такое. Рыбалку да. Левизов тоже научил, но случайно, но малой любит рыбу половить. Но это надо, знаешь, как-то время, блядь, найти. Хотя на самом деле отдохнуть. И раньше у нас была собака, да? Угу. Док. 73 сантиметра. Ухо на длину. Ну, док, ты представляешь, что такое? Ну да. И где отдохнуть? Ездили по заграницам, маманя была, хотя это если долго тянула, мать ее удержать не могла здесь. Ну, как-то оставляли, все нормально. Она жила и все. А потом уже, значит, ну, то ли план не совпадали, то ли уже. И охота была. В Беларуси вдруг оказалось, что отдохнуть с собакой негде. И меня, слава богу, я однокурсник, у меня Сережа Пункевич. У него газета «Туризм отдых», да? Вот. Самая центральная газета, поэтому его, значит. И Сережа посоветовал. Главный ходовед Брославских озер, бляха. Принимает радушно. И второе место еще под Нарочью. Макарыча, а он охотник. И я их завезу, а сам выходные только, да, а их завезу. И они с собакой живут, там Святослав рыбу ловит, Светка балдеет, ну, природа, свежий воздух, да. Вот, так это, а я выходные приезжаю, и они у меня, как говорится, ну, классно, знаешь, под Нарочью и... Ну да. На Брославах. А собаки хорошо, главный хотовед, у него бочки стояли всех видов, блядь, и ты туда этих оленина, свинина, кабанина, в смысле, все, там собака отъедалась, блядь. Ну, чтобы не перекармливать. Не, ну да, ну ты бегала. Да. Но собака фактически нам давала вообще возможность быть спокойным. Дох недолго живет. Долг живет 8-9 лет, написано, ну, у нас прожил 13, ого. 14, блядь, это много. Но мы были спокойны, потому что это еще со времен, как говорится, вот первого класса, да? Понимаешь, да? Друг. Друг, вот такой шкет, вот такой шкет гуляет, вот такую собаку, она его слушается, значит, и любит, и все.
Ну, правда, когда малой начинает, нужно Дели почистить зубки. Та терпит, он ей чистит зубки. То вы пересил. Потом берет его ботиночки и скидает на его глаза. Да, просто. Да, да. Представляешь, Ленька, да? Да, да. Берет ботиночки и съедает на его глаза. Он это она в отместку, как бы, да? Ну, конечно, что это за собаки? Она ему говорит. Зубы чистить. Ну, если объяснить ребенку, что, слушай, ну... Нет, второй раз уже не надо было объяснять. Ага, он понял. Мне точно так же, она что-то сделала, я купил по блату, размером мне тем более 45,5, а у тебя какой? У меня 40, ну 44 может быть, ну 43,5, ну 44. Тебе хорошо. А мне, бля, проблема, я вот саламандру где-то покупил, вот. Снял. И что-то дылка плохо лила, я еще не понимал, как с ними надо, наверное. Я ей там что-то там по жопе пах, говорю, ты что, не скушаешь? Один ботиночек саламандры. Раз, сожрала. В клочья, блядь. И тут стоит один новый, блядь. Я говорю, Светка, я ее бью. Она туда грудью в защиту. Никаких. Но тут я понял, что, знаешь, вот. А потом Светка, значит, что сделала? Ворота нет. Так, Ленька, стой, мы здесь направо, потом налево. Так, 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 так. Значит, и это. Светка стала работать, ну, обучать. Только, единственное, на последнее, на кровь. С руком сказал, смотрите, если вы на кровь возьмете, один раз она крови попробует, и потом, знаете, все. Но она бесподобно слушалась, стоять, сидеть. На кровь что значит? Ну, попробовать кровь, то есть кого-то пустить. То есть на телогрейку ее натаскивает, все, она берет. А если, да, кровь попробует, говорит, то... А это уже животное, так сказать. Рядом училась, у нас пивнуха была, 90-е, знаешь, такие годы, эти пивнуха. И вот, которая пиво разливала, она, у нее овчарка, значит, она специально, потому что заходили, брали, стакан требовали, открывали там ее все. Она взяла, значит, и все-таки говорит, мне давайте на кровь, и все, слушай. И вот... Потом рассказывает, я смотрю, такие смирные все алкаши стоят у пивнухи. Я спрашиваю, что такое? Она говорит, заходит, стакан берет. Она говорит, заебал, говорит, без этого. Я говорю, фас. Она его за лапу, да? Она, если он ее сразу за лапу. Поставь стакан, сука. Все, все. И тот бледненький сразу тебе поставил. И говорит, ну его снахи. И уже пасть не раскрывает. Да, потом второго тоже что-то, и все. И это, но уже на третьего, вот как раз это называется, надкусило. Что-то там стало. До крови, да? Возмущаться кто-то стал, а хули ты возмущаешься, если ты воруешь, и собаку видишь, и не боишься. Ну так, и все, и собака потом, говорит, стала команду ждать, чтобы всех нахер пускать. Она уже сама этого, да. Да, ей понравилось. Жаждала, и только... Да. Ну только то, что воспитано, что... Ну, да, без команды. Вот сейчас ее не узнавай, я специально тебя провожу. Мы вот там проезжали техникум. Да. Сейчас будет... А сейчас будет... Это самое...